Всем привет, мои хорошие! Показываю в кокосике мои котлейки, корешочки и еще кое-что интересное покажу. Так, полила, сделала ошибку, сначала полила, потом все-таки решила снять. Вот тут вот из основного корешка, который идет в кокосе, вот видно, боковые пошли. И они прям повсюду пошли. Кому интересно, я в Инстаграм и на ФБ успела сфотографировать до полива. И выложила фотографии, где это хорошо видно. Так. Но на видео уже не получилось. А вот здесь вот тоже. Смотрите, кто там кричал, что... Ой, да у меня тоже так щепотка жменя и прочие корней вылазит. А потом они доходят до субстрата и закукливаются. Когда так много корешков выходит, это плохо. Это там попытка растения выжить, но у них не хватает силы, и они все равно большинство умрет, и дай боже, один-два останутся живы. Ну, ребятки, смотрите, они растут, они дошли до субстрата, вон они начали обнимать кору, да, и вот они начали погружаться в субстрат. И пока норм, у меня вообще в практике вот таких страстей, как вы рассказываете, бывает, не наблюдается, то есть у меня... Не знаю, возможно, так происходит, потому что я поддерживаю в этот момент свои орхидеи, кормлю их хорошо. И опять-таки, если это происходит из-за стимуляции, потому что я подозреваю, что многие, кто видел у себя такие корни, или у кого-то это всегда стимуляция, потому что это первый вопрос, который мне все задают, чем ты стимулировала? Да ничем я не стимулировала, я их вот, у меня есть график кормления, я кормлю. Хорошие удобрения по графику, хороший полив, хорошие условия. И это все срабатывает, и это все вот так вот растет. Ничего там мега какого-то мощного я не давала. И я так понимаю, что частенько стимулируют не в нужный момент. Из-за этого, да, происходит выброс корней, которые потом закукливаются. Вот у меня, как видите, все норм. Выброс корней есть, и все растет дальше. Так, тут, смотрите, какие вкусняшки уже вон навылазили. Вон там они потихоньку тоже начали закапываться. Много корешочков, новые ростики. Вон корешочки, в общем, они тут повсюду. А вот там вот неудобно подлазить. Тоже, видите, много-много там вылезло. Ну, сейчас достану все-таки. Получится ли заснять? В таком месте глаз видит, а вот камера может не взять. Одной рукой держать горшок, другой рукой снимать нужно. Третья рука для фокуса. Вот. Так, смотрите, вы видите, сколько кончиков. И вон. То есть тоже много. Видите, целый осьминог у меня вылез. И ни на одной бульбочке вот эти осьминожки, вот они все растут. Вон на задних бульбах тоже прекрасно растут. И здесь растут. И с этой стороны тоже растут. Вот такое чудо. Опять-таки, никакой стимуляции, хороший уход. И в нужное время, когда растение готово, когда у него это по времени. Все прекрасно вылазит массово и растет. Без страшилок, о которых вы мне рассказываете. Так, вот там вот сзади вон у пурпураты мои рост. И вон там вот из нее тоже много корешков вышло. Что меня радует. В общем, все растут, все наливаются. А теперь, так, оп, интересность. Еще одна моя. А, смотрите, помните, да, у меня вот доцветает как раз моя бросовола Панама, и у нее на одном из цветоносов, вот так вот на кончике, остался маленький бутон, который так и не развился. Ну, не развился и не развился. И вот у меня два цветоноса уже отцвело. Вот этот вот-вот отвалится. Вот этот последний цветонос еще кое-как держится. И на одном из цветоносов, где был вот этот маленький бутон, он в какой-то момент начал расти и вырос вот в такой полноценный бутон. И вот он прям действительно собирается распуститься. И у меня такая будет вторая волна цветения.
Вот такая чудная штучка, моя Панама, моя брасоволанодоза Панама. Я, честно говоря, не ожидала в моей практике, это впервые. Вот такая штука, чтобы котлея дорастила старый бутон после цветения и процвела ним. Тем более там даже не бутон был, там просто такое живое острийко. Вот здесь уже подсохшее, ну вот такое. Даже бутона, в общем-то, не было видно. Ну, вот такая неожиданная прелесть. И, кстати, про корни. Вон они тоже растут, и мне так нравятся. Они у моей брасоволы с таким розовым оттенком. И все заплетают, залазят туда, в субстрат. Так что вот такие, такие у меня приключения происходят. А, кстати, еще вон про корни. Смотрите, вон там новый рост наметился. И тоже видите, сколько много молодых зелененьких корешков выстрелило. Так что это у меня не единичный случай. Вот, вот что значит найти подход к своим орхидеям в своих условиях и правильно соблюдать культуру. Вот оно, вот она сила корешочков, шепелявиночная. На этом буду заканчивать. Такие у меня внезапные новости в процессе полива. Решила все-таки показать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заглядывайте в описание, там много интересного. Всем большое-пребольшое спасибо за просмотр, спасибо всем, кто досматривает видео до конца. Всем солнечных дней, пышных цветений. Пока-пока!